Ну что, мы дошли до вершины горы. Гостиница Карпаты. А номер наш... Сейчас скажу. Да куда ты что, дома? Ну и что я изроблю? Вот там. А там горы внизу, водопад. Мама моя, конечно, капец. Бобик сдох. Это как иногда мастер букета. Бобик сдох. Так и моя мама сейчас. Ну, я правда ее немножко выгуляла, нагрузила. Но это стоило того. Здесь тренажерный корт. Мы идем в номер. 11:30. А есть ощущение, что в горах полный день, да? А время всего лишь 11:30. Самая высокая гора Иремч. Мы сейчас на ней. Рекомендую Еремча. Здесь такие перепады от низа до верха. И их рекомендую шагать. Моя мамочка идет. Боже мой, бедная. Кое-как выгулила ее. Пусть она меня простит.